Всем доброе утро. Наконец мы с мамой вывезли Макара на роликах. Он уже бедный забыл, как это делается. Сегодня мы решили девчонок оставить дома. Мишель делает школу. Ника с Евушкой убираются внизу, чтобы нарядить дом сегодня. Поставить елку. Да, да, Макарушка? Ты будешь сегодня тоже елку наряжать? Да? Ну давай, езжай. Вперед, впереди, а мы с бабой за тобой. Вспомнил, как это на роликах кататься? Да, вон туда поедем, вдоль озера. Давай, езжай до озера, а потом направо. Поехали, вроде не забыл. Ты-ты-ты, катается. Вот, сегодня еще в планах съездить в магазин. Ева еще должна разобрать холодильник, не знаю. Вот. Если успеет, то поедем, закупимся немножко мясом, рыбкой, разживемся. Вот такие вот планы у нас на сегодня. Ну, а на вечер загадывать уже не буду. Уже 1000 раз хотели поехать посмотреть елки. Макарушка, направо, сына. Елку и никак не съездим. Если получится, то обязательно поедем. Да, туда езжай далеко, да. Прямо езжай. Да, 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 туда. Ага, да, вот это вот, как орешки они. Я маме рассказывала сегодня, что вот на таком плоду каталась на ховерборде, была беременная Макаром. Вот залезла, что же, дура здоровая. И представляете, у меня ховерборд одним колесом наехал на скорлупку, и я просто свалилась навзничь с этого ховерборда. У меня шрам на локте остался. В общем, вся в крови была. Ой, это прикол вообще. Беременная дурочка залезла. Это было очень страшно мне вставать. Но ничего, слава богу, вот он. Мама, скажи. Мама. А, там амфитеатр, сынок. Ну все, поехали. Баба тебя ждет уже. Лишь бы не устал этот красавчик, а то мне его назад на себе тащить. Вернемся за самокатом. Угу. У нас еще в багажнике на всякий случай самокат, да, Макар? Но я думаю, что все будет хорошо. Он довольно-таки выносливый парень у нас. Макарушка сказал, я сейчас в ту горку поднимусь, а ты меня снимай. Я буду катиться, а ты меня ловить будешь. Все, давай еще чуть-чуть. Все, давай, разгоняйся. Ой, что-то у нас с тормозами. Вау, какой молодец! Как круто, сына! Тебе нравится? Да. Смотри, как классно. Даже ловить тебя не надо. Ты сам остановился. Давай еще раз. Да. Ну давай, разбегайся. Не, не пойдешь больше, будешь бабу ждать. Мы бабушку в туалет отправили пока. Стоим, развлекаемся. Иди еще раз. Баба выйдет, ты как раз к ней скатишься. Иди скорее. Тренировки. Я сегодня с собой взяла тоже коврик, гантели. Тоже хочу позаниматься на травке. Если получится, если солнце не станет совершенно ужасным. Оно сейчас уже так припекает, что просто кошмар. Может, придется перенести на вечер. Повыше еще, повыше. Все, разворачивайся. Так, это тормозим с помощью травы. Давай, поехали. Или бабу подождешь? Бабушку будешь ждать? Давай, стой там, стой, сейчас бабушка придет и поедешь. Повыше поднимись чуть-чуть. Нет. Ну тогда езжай. Да что ж ты? Скажи, мама замучила, то едь, то не едь. Все, поехали. А, бабу ждешь? Ну окей. Ну тогда надо повыше подняться, ты уже съехал сильно. Вон бабушка идет уже. Все, бабушка, смотри, он с горки едет. Ой, баба смотрит. Как круто! Какой ты молодец, Макар! Ура, ура! Давай, баба тебя поймает. Разгоняйся, разгоняйся, разгоняйся к бабушке. Давай, 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 давай. Супер, Макар. А что ты не к бабе? Ох, не попал. Макарушка закинул уже туда 3 мячика. Последний никак нам не дается. Уже устали ручки, видимо. Все, что находит, он закидывает обратно на корты.
Ему интересно, когда... Не-не-не, подальше надо, сынок. Вай-вай-вай, еще в роликах, господи. Давай, поближе подойди. Ну нет, поближе надо подойти. Первый так быстро закинул, с этим уже мучается, как не знаю сколько. Вау, наконец-то, молодец. Все, пошли бабу догонять. Смотри, куда она уже ушла. Пойдем? Тебе руку дать или ты сам? Моя умница. Ой, что? Полетел к бабуле. Сбежал и не собирается возвращаться. По траве 6 секунд забрался. Пойдем, сынок, дальше. Будешь там стоять? Ну ладно, стой, мы пошли. Оп. Отвернулся и стоит. Выглядывает. Я тебя вижу, I see you. Осторожно. Сына, нельзя прямо так, нельзя, покатишься. Вот на попе и спускайся, так безопаснее. Вот так вот, давай. Сына, стоя нельзя ехать. Сына, стоя нельзя ехать. Вот так, давай на попе. Вот, молодец. Я же тебе говорила, по траве спускаться будет сложно. Давай я тебе помогу. Да не надо, пусть сам теперь, мам. Сам залез, пусть сам слазит. Будет знать, как меня не слушать. Или бочком, бочком ролики ставь. А ты посмотри, он настырный. Он таки хочет поехать, а? Хулигана. Я лев. Мы сменили транспорт, зарядились водичкой, да, мамуль? За... Да, взяли следующее. И идем на площадку. Мама, где? А. Я ее так видела. Да. А. А аквапарк закрыт, сейчас же зима, малыш. Что аквапарк увидел? Простите. Макар открыл носки, которые оставил папе. Ему мама привезла высокие такие носочки, как гольфики. Он думал, что они большого размера. Он говорит, это я папе подарю. Сейчас заставила его, говорю, одевай под ролики прям идеально. Нет, это папины. Короче, со слезами заставили его одеть. Ладно, говорит, я папе другие подарю. Поехали быстрее. Не-не, прямо через дорогу нам. Мы же на площадку идем, такие, вон там. 6 пар. Ага, ну он именно вот эти отложил. Самые красивые, синие с Человеком-пауком. Да. Самые любимые папочки отложил. Ну он ему каждый день кричит, I love you, телефон. Ну как же, конечно. Ну давай отгоняем. Щеки уже краснючие, блин. Ну, шапки жарко. Ну, ничего, зато оно ему лицо защищает. Ой, ой, блатует товарищ, боком едет. Ты что, на скейте, что ли? Да. А? Сейчас в траву едешь. Смотрите. Бабушка, скажи, накаркала? Да, да. А, вон. Да, да, туда мы и едем. Увидел, наконец, площадку. Ну, давай вперед нас. Ты что, на самокате и так медленно, сынок? Куда ты? Жук. По-моему, он же устал. Ты устал? Сколько кругов мы с ним уже на роликах. Площадка рядом, может, туда идем? Да, да, да. Уже чуть-чуть осталось, давай. Блин, там дети есть, а мы маски не взяли. У меня есть тоже. Ну, ладно, ему не надо. Пошли скорее, мы как спортсмены. Дядя футбол играет. Ну, папа приедет, будешь с папой играть. Че?
Пошли, баба. Со мной? Да ты что, я не умею в футбол играть, родной. У нас и мячика нету. Это дядин мячик, нам надо свой привезти. Где? Нет у нас мяча? В гараже есть, но у нас же не с собой он. Потом приедем, будем играть, пошли. Я тебя с Мишель привезу, вот она обожает футбол. Будете вместе играть, ладно? Да. Хорошо, все, договорились. Завтра утром привезу вас, ладно? Да. Окей, все, теперь поехали уже на площадку. Пошли с Макарой на площадку. Макар, помаши маме ручкой. Довольный лазит. Мамуля устала, да, сидит. Нормально? Ну, класс. Тут такая тишина, прохладненько, да? Хорошо? Вообще, тут воздух такой чистый, вообще, я не знаю. Хочется дышать полной грудью, да? Да. Макара свой метод. Господи. Точно, как Человек-паук спустился. Да. Да. Сейчас немного поиграет и пойдем домой спать. Если он днем не спит, вечером всем хана. У него вечером просто начинаются какие-то агрессивные игры. Сейчас набегается и покушает и ляжет спать сразу. А мы поедем по магазинам. Намотались мы с ним на площадке, едем домой. Да, сынок? Ну, сам уже устал. Кепка. В траву едешь. Кепка уже насквозь мокрая вся. Чё, родной мой, чё-то у тебя настроения нету. Устал. Ты устал. У тебя ручки сгорели даже, по-моему, сегодня, сынок. А, щенок. Поехали, поехали, скорее, сынок. Скорее уже домой. Обедать поедем, да? Да? Нет ничего. У нас, говорит, нет ничего. Сейчас сготовим. А? Макдональдс? А вот ты к чему. Нет, поехали домой.